чтобы мы не днудим. Кирилл Кузнецов, «Усиленные инвестиции». Кирилл, давай, 3 минуты. Всем добрый вечер. Я расскажу вам о проекте «Усиленные инвестиции». На базе своего 10-летнего опыта в инвестмент-бэнкинге мы решили разработать систему инвестирования на российском фондовом рынке, которая бы избегала существующих пороков отрасли. У нашей системы есть 3 основных ключевых принципа. Во-первых, мы находим компании, которые были бы сильно недооценены по соотношению стоимости и прибыли. То есть, грубо говоря, компании, которые окупаются за 2-3-4 года. И при этом эту прибыль мы пересчитываем в полуавтоматизированном режиме каждую неделю на базе наших моделей с учетом текущих цен на сырье, текущего курса доллара, последних операционных и инвестиционных апдейтс, чего не делает практически никто на рынке. И это позволяет нам находить сильные рыночные неэффективности, когда, допустим, металлы выросли, руда упала, металлургические компании в силу неэффективности не отросли, мы заходим и зарабатываем, а рынок узнает об этом скорее, когда уже у компании выходит сильная квартальная отчетность. Второй наш принцип – то, что мы заходим только в компании с прозрачным управлением, практически никогда не заходим в госкомпании, потому что часто у них интересы менеджмента и интересы акционеров – это разные интересы. И на базе, опять-таки, своего опыта мы умеем видеть, когда компании кидают миноритариев, когда они зарабатывают деньги, но не направляют их на дивиденды, а направляют их на интерес одного мажоритария. Мы этого также избегаем. Третий принцип. Соответственно, мы примерно 40% портфеля аллоцируем в экспортные компании с долларовой выручкой, не нефтяные. При падении российской экономики, при падении рубля эти компании, такие как НЛМК, Крон, Северсталь, Полиметалл, они себя чувствуют нормально. Чем это отличается от существующих управляющих компаний или инвестбанков? Управляющие компании часто вообще инвестируют там в тот же самый «Газпром», у которого отрицательный денежный поток, в «Роснефть», который может за 50 миллиардов купить ТНК «БП». Мы так не делаем. А инвестбанки, у них есть прогнозы цен на сырье, которые они пересматривают раз в полгода, а потом еще 3 месяца у них уходит на обновление компаний. Мы же делаем все еженедельно и в полуавтоматическом режиме. Здесь представлены наши результаты. Мы заработали больше 100% в 2015 году для себя и наших инвесторов, 54% в 2016 году и 14% в этом году с начала года в рублях. Наша сильная сторона – это наша команда. У нас получилось, что объединились и, с одной стороны, инвестбанковские экспертизы. Мы понимаем, какие компании можно инвестировать и какие будут расти, в какие нельзя. С другой стороны, научные экспертизы. Я делаю это вместе со своим братом, который был кандидатом в сборную России по математике, а потом, соответственно, еще работал ученым-физиком. И IT-экспертизы, потому что существенная часть наших операций автоматизирована. Мы загружаем цены на ресурсы автоматически и в полуавтоматическом режиме подготавливаем заявки. Каждую неделю у нас пересчитывается рекомендуемый портфель. И мы двигаем доли в наших компаниях к этому портфелю тоже с разной скоростью, в зависимости от волатильности бумаги и от спроса на конкретную бумагу. Мы начали работу в начале 2015 года, вначале на своем капитале, потом и на привлеченном. Сейчас у нас, соответственно, 150 миллионов рублей примерно под управлением, и при росте еще раза в 3-4 мы планируем структурирование в виде хедж-фонда или управляющей компании. Сейчас наши клиенты имеют, соответственно, полный онлайн-доступ к своим счетам. Мы берем в управление от 2 миллионов рублей и берем комиссию по итогам года 15% от прироста в случае, если мы что-то заработали. Если ничего не заработали, то ничего не берем. Я предлагаю подписаться на рассылку, это бесплатно, кому потенциально может быть интересно. И всех приглашаю, давайте нам свои деньги. Это система, в которую я верю. Спасибо всем умом и всем интеллектом. Шоу Мимани называется. Да, да. Из 150 миллионов 60 мои, которые там были меньше 20 в начале. У всех одинаковые портфели, у нас все прозрачно, все честно. Я буду рассказать рад рассказать подробнее. Спасибо.